понедельник рано утром не везло общественному транспорту. Сразу два ДТП с участием автобусов зарегистрированы в Ярославле. В 8 утра на улице Большая Федоровская фургон Почты России въехал в стоявший на остановке автобус, оставив тому вмятину на боку. При столкновении транспорта пострадала кондуктор. В 10 утра на проспекте Фрунзе уже другой автобус не поделил дорогу с маршрутным такси. Там пострадал пассажир маршрутки, получивший травму груди. А вот в Гаврилов-Ямском районе случилось ДТП со смертельным исходом. На автодороге Ярославль-Иваново лоб в лоб столкнулись иномарки. Водитель «Хундай» погиб на месте. Водители пассажир «Мерседеса» доставлены в больницу.